путь. Многие автолюбители уже почувствовали на себе все прелести ремонта дорог, которые проводятся в городе. На днях реконструкция началась на проспекте Ивана Яковлева от привокзальной площади до кольца на проспекте 9-й пятилетки. Дорожники будут вести земляные работы на площади 35 тысяч квадратных метров. На ремонт, по предварительным данным, понадобится 500 000 000 рублей. По плану в районе МТВ-центра уже этой зимой начнется строительство подземного пешеходного перехода. Его ширина 6,5 метров, а высота 2,5. Основную дорогу и примыкающую к ней территорию расширят, как и кольцо на Ромашке. На пересечении проспекта Мира и Ивана Яковлева появится кольцевая развязка. Предполагается, что обновление дороги решит проблему с пробками, с которыми столкнулись жители Новоюжного района. Необходимость реконструкции созрела давно. С этим, пожалуй, согласятся и водители, и пешеходы, и администрация города. Дорога по проспекту Ивана Яковлева перекрывается лишь частично. Движение общественного транспорта прекращаться не будет, но это будет недолгое время. Администрация города приносит свои извинения за неудобства жителям города. Объехать этот участок можно будет по нескольким улицам. План объезда будет опубликован и на сайте, и города администрации. Базовый проезд, кусочек Ленинского комсомола, был отремонтирован еще в прошлом году. Местный проезд от 9-й пятилетки до Ленинского комсомола, по нему можно будет объехать. В этом году предполагается начать работы от кольца до улицы Ленинского комсомола и на остановке общественного транспорта пригородный автовокзал. Подарок за причиненные неудобства к октябрю 2014 года горожане получат новую дорогу без пробок, обещают в городской администрации. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.